Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас печальные новости из мира телевидения. Вчера, в одной из больниц Москвы, скончался телеведущий Борис Корчевников. Этот талантливый и самоотверженный журналист, несмотря на проблемы со слухом, трудился на телевидении, завоевав множество сердец своим профессионализмом и умением достучаться до знаменитостей. Борис Корчевников был не просто ведущим, он был настоящим ключом к сердцам многих известных людей. Его передача «Жизнь и судьба» стала настоящим источником звездных секретов. Он умел установить духовную связь с некоторыми артистами, среди которых была и певица Ольга Кормухина. В прошлом году Ольга Кормухина стала гостьей программы Бориса Корчевникова. И хотя она могла бы высказать свою критику, как это сделали некоторые коллеги, она выбрала поддержку и понимание. Ольга Кормухина нашла общий язык с Борисом и оказалась с ним на одной волне. Сегодня множество российских звезд выражают слова скорби по поводу утраты Бориса Корчевникова. Он был и остается незаменимым и любимым телеведущим, которого будут помнить и уважать. Всех их объединяет грусть и боль, и сегодня они провожают Бориса на его последний путь. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, где с ним простились близкие и коллеги. Мы скорбим вместе с родными и близкими Бориса Корчевникова и помним его как выдающегося профессионала и замечательного человека. Пусть земля ему будет пухом.